Я приглашаю на этот лед лидеров минувшего сезона, чемпионов России, Елизавета Худайбердиева, Егор Базин. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
входят в этот сезон с очень сильной постановкой. I will always love you. Сейчас мы узнаем, кому же они посвятили эту произвольную программу. Благодарят, ребята, свой тренерский штаб Александра Жулина. Егор, I will always love you. Это ты кому посвятил? Может быть, своему бессменному тренеру Олегу Судакову? Катанию. Фигурному катанию мы это посвятили. И хотим, чтобы это наш, чтобы этот наш танец. Хотим получать удовольствие от фигурного катания. Очень надеемся, что сегодняшний прокат будет хорошей отправной точкой в сезон, где мы будем молодцами и будем радовать своих болельщиков чистым, хорошим катанием. Спасибо всем большое. Спасибо за поддержку. Большое, Мегаспорт. Спасибо за поддержку. Ребят, вы такие идеальные, но хочется у вас спросить, есть что-то, что не хватает вашей паре прямо сейчас? Мы не сделали нужное количество повторений этого танца, чтобы нам было очень легко. Потому что это начало сезона, у нас все по плану. Соревнования еще не так скоро, чтобы прийти на пик формы сейчас. Но мы очень рады, как получился сегодняшний произвольный танец. Мы будем работать, и с каждым разом будет все лучше и лучше. Ну, это абсолютно Спасибо. Профессиональный и мастерский подход. Я желаю вам успехов в этом сезоне, чтобы он как минимум стал не хуже, чем прошедший. Спасибо большое. Спасибо.